23 января свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов дознания МЧС России. В любое время суток они наравне с пожарными и спасателями находятся на своем боевом посту. Олеся Худова уже 4 года работает в 11-й пожарной части дознавателя. От друзей и знакомых девушка не раз слышала, что эта работа не женское дело. Но Олеся выбрала эту профессию вполне осознанно. С детства мечтала помогать людям, всегда интересовалась работой, которая связана с расследованием преступлений. И когда попала на службу в МЧС, в отделение дознания, поняла, что это мое призвание, и уже не оставалось сомнений о том, что я выбрала не ту профессию. Работа пожарных видна всем. Когда произошло возгорание, они приезжают на место происшествия и ликвидируют пламя. Но мало кто знает, что на этом работа на месте пожара не заканчивается. В этот момент в дело вступает дознаватель. Сегодня в распоряжении тех, кто изучает причины пожара, самое современное оборудование. Мобильные криминалистические лаборатории позволяют проводить исследования прямо на месте происшествия. В 2015 году на вооружение отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти вступили вот такие вот криминалистические чемоданы «Антрацит», в которых есть все необходимое для расследования пожаров. Эта работа далеко не так проста, как кажется на первый взгляд, поясняет Олеся. Дознаватель должен обладать высоким уровнем знаний не только в сфере пожарной безопасности, но и в уголовном и административном праве. Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, от всей души поздравляю вас с 95-й годовщиной со дня образования органов дознания МЧС России. На сегодняшний день нельзя преувеличить, но работа дознавателей МЧС России является основной работой на стадии предварительного следствия в установлении причин, способствовавших развитию пожара. От всей души желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, поменьше выездов на чрезвычайные ситуации и мирного неба над головой. В 99 случаях из 100 причины пожара, которые произошли в Тольятти, устанавливаются точно и быстро. Все это благодаря высокому профессионализму сотрудников отдела дознания. Кристина Буйнакова, Сергей Рогов, новости Тольятти.